Рядом с пирамидой Ти есть очень интересная мастаба. Мастаба одного визира, его имя Кагеми. Это был муж, дочь фараона Ти. Там очень красивый лифт, там есть крокодил, два крокодила. Кто хочет, просто там находится пирамида, я вас провожу, покажу. يلا رايح تمام ها ناش واجري Можно в телефоне даже. Сейчас я. Слушай, какой-то дизайн интересный, да, пущено по одной линии иероглифов. Ага. И, кстати, сбоку, смотри, снизу. Видишь, вот это как течет что-то, да, истекает это. Течет, это меха связанные. Это меха? Да, типа связанные шкуры. Мес, по-моему. А опять же, вот это видишь. Вадим? Вадим! Вадим! Тут же ж, опять же, морозка. Видишь, вот это вертикальная оборотка тоже очень ровная. Что там клюв, да? Нет, тут пропили. А. Вот отсюда
чуть-чуть они потом так-так закругляли как-то, сюда кругло шла. Что? Watch your head.
Там еще вон народ. Виталий, пойдемте. Вы видите эту крышу? Да, да, да. Честно говоря, глядя на это, хорошо ложить, что древние ребята делали такие буквы. Зачем? Смысл? Нет, однозначно. Ну, катастрофная теория, да, которая каким-то боком повлияла на ход событий. Вот это вот, это наш. Это классно. С помощью этого они сверлили гранит, строили пирамиды.